Подготовка к году рабочих профессий за кулисами происходит в обрамлении наступающего года театра и персонажей, узнаваемых с первого прегида, да и лица вполне родные, а некоторые костюмы сказочных героев напоминали и эстрадных звездил, замыливший глаз и наступающий на нас с федеральных каналов в преддверии семейного праздника. Дети, они должны видеть хотя бы отрицательных героев, ну что-то вот вроде такого. Человек, который в обтянутом костюме, в плаще, ну плюс фиолетовые волосы, это, наверное, что-то да, тоже такого своеобразного супергеройского, но антигеройского. В нашей интерпретации он все-таки не совсем отрицательный. Он соглашается помочь Батыру найти елку, чтобы вернуть Новый год. В нашей сказке главный злодей – это лень. Очень рад, что ты мог приехать. На поле сегодня? Тем временем президент Татарстана Рустам Миниханов включился в сказочную игру. Приехав в Ледовый дворец, он принял участие в изготовлении праздничной игрушки, а на елку прибыл вместе с героями уходящего года. Это Тимирхан Шайхутдинов, победитель многочисленных олимпиад, победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы», и Лев Захаринский из Красноярска, прилетевший в рамках всероссийской благотворительной акции «Мечтай со мной». Яркий пример успехи и победы Татарстана, которые стали возможными благодаря трудолюбию, таланту, целеустремленности наших жителей и вам, нашей молодежи. Столица Татарстана ежегодно становится местом проведения крупных международных событий. Многие из вас были свидетелями чемпионата мира по футболу. В следующем году мы примем всемирный чемпионат по рабочим профессиям World Skills. К его проведению будут привлечены 3500 волонтеров. Бесхитростный сюжет о добре и зле разбавлен добрыми пожеланиями о наступающем 2019-м и прославлении представителей рабочих профессий. Работали вовсю и знаковые артисты глянцевого государства. Образ заставляет забывать обо всех неудобствах. Все прекрасно, когда это корона. Корона, а самое главное. Уже осанка другая. Эта елка посвящена старым добрым сказкам. Сказка вообще в жизни жизнь каждого ребенка вообще начинается со сказок. 8000 участников и 1000 исполнителей создали большое пространство для погружения в оригинальный материал и возможность прожить в реальном мире. Такое все же нужно придумывать хотя бы один раз в год. Итак, всегда приманкой является концерт приглашенной звезды. Слухов ходило много, называли имя артистки Бузовой, Элвина Грей, но вот, пожалуйста, Юлиана Караулова. Поет она, естественно, не детские песенки, но дети нынче поют то, что нам и не снилось. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».